Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Tower Conquest. Ну что же, наверное, начнем с тренировки и будем забирать наших бойцов, которые, как я вижу, уже, да, отличненько они у меня потренировались. Давай, давай, иди сюда. Так, ты тоже. И давайте-ка мы, ребят, наверное, перейдем сразу же на арену и заберем наш ревард. Во-первых, мы зарабатываем с вами 24 ведьмы. Это круто. И, ну, радуй, что ты тут нам дашь? Слушай, ну, драконовый воин у нас, да, получается, и старый дед. Так, ну и репульсор. В общем, 21 500 у нас монет и 20 карточек для базы. Ну что ж, давайте быстренько сейчас с вами пробежимся по ареночке, завалим, как говорится, вот этого вот вишное. Вот. Немножко его помутузим и пойдем уже с вами проходить основную сюжетную линию. Так, новый противник, квест завершен, отлично. Где новый противник, там и старенький появится. Так, давайте быстренько, я думаю, что одного молотильщика, наверное, будет здесь достаточно, чтобы мы смогли разнести ему базу. Сейчас посмотрим по Джаггернауту, так. Да, ребята, это будет просто моментальная победа. Даже никто тут не поможет, ни зомби, кто бы здесь вообще не был. Смотри, 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 на базу, смотри, как счетчик здоровья просто улетел в никуда. Ну что же, отлично, первое место. И, вау-вау-вау, 319 тысяч очков, ё-моё. Ладно, ребята, в любом случае у нас будет это первое место. И мы попробуем пройти ежедневное испытание. Что у нас тут дается? Оу, молотильщик. Так, хорошо, давай посмотрим, кто нам на выбор здесь будет дан. Ёлки-ты-палки. Не, ребят, я что-то не уверен, конечно, что мы здесь вообще сможем с вами пройти. Но я попробую. Я попробую. Ну что, этих голодранцев, что ли, брать? Ё-моё. Не знаю, ребят, я на одном молотильщике вряд ли здесь далеко уеду. Посмотрите сами. О, это вообще бесполезно. Ты посмотри, 94 уровень, 94. Копейщик даже 94 уровня. И щитобот. Не, ребят, я даже туда суваться не буду. Давайте мы с вами завершим квесты. Вау, смотри, 437. Мы все ближе и ближе с вами для того, чтобы получить эпический сундук с карточками. И, как мы с вами помним, ребят, остановились вот здесь, вот на захватчиках. Нам... Ёлки-палки, нам еще проходить и проходить здесь. Я уже думал, там осталось пару уровней и все. И смотрите, что у нас здесь получается. У нас 97-й, 98-й уровень. Плюс, не забываем, ребята, здесь у нас лорд пустоты. Как мы его будем бомбить? Кто мне скажет? Я не знаю, если честно. Смотри, у него здесь и улитка взрывная. Все как-то хреновенько на самом деле. Давай, наверное, попробуем вот этим отрядом. Я рискну, вдруг у нас все-таки получится, и мы сможем забомбить лорда пустоты, да-да, именно его. Так, давайте-ка будем копить ману для начала. Так, а у него какая? А, у него база, ребят, у него база очень отличная, если он будет ультой пользоваться, конечно, у меня здесь никто... А, это, ребята, это старая-старая, ребята, школа, помните, да, ее? Ну, короче, тут понятно. Тут можно уже сразу переигрывать, блин. По стандарту. И даже, ребята, нету у меня друидки, которая могла бы здесь, извините, захилять базу. Вот почему, ребят. Сейчас он так и будет бомбить. На, получил свое, гаденыш. Так, давай, баллиста, расстреливай. Не, ребят, я тут немножко ускорюсь, с вашего позволения, но потому что смысла играть здесь уже нету для меня. Есть только ради очков. Так, он уже, прикинь, лорда пустоты призвал. А что мне, деда вызывать? От него толку сейчас никакого, ребят, не будет. Вообще, здесь это бесполезно, по-моему. Так, смотри, что он делает. Да идите вы все лесом, ё-моё. Что за дела-то? Так. Оу, как быстро у меня, ребята, раскурочили деда. Вообще моментально, грубо говоря. Смотри дальше, что происходит. Ох, нет, тут не вариант, вообще никакой не вариант, ребят. Смотри, что он делает. Пришельца этот гаденыш. Короче, здесь мы будем с вами брать, наверное, отряд либо с ведьмой, либо с друидкой. У нас... Да ты посмотри, вот хоп, встан, ребята, и все. Бесполезняк какой-то, вообще галимый идет. Ладно, ускоряемся, потому что, ну, бесполезно тут даже драться. Нету шансов ни малейших. Пускай разносит мне базу. Давай, 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 разноси. Так, я не буду, ребята, тратить гемы здесь. Мы просто возьмем другой отряд и покажем ему, где раки зимуют. И я все-таки думаю, нам нужно взять отряд, где находится
ведьма. Мне почему-то именно его хочется взять. Ладно, ребят, попробуем. У нас здесь еще и прыгун есть. Может быть, он как-то сыграет свою роль, перепрыгнет, например, и начнет бить лорда пустоты. Давай попробуем, рискнем. Все равно нам делать, ребят, нечего. И выбора у нас не так уж и много. Он начнет, что, с улитки сейчас, да, или как? Главное здесь не продинамить вот эту вот вспышку. Потому что если улитка будет взрываться, у меня опять же... Не... Да ё-моё, ты посмотри! Ты достал, серьезно уже. Вот говнюк, а, вот серьезно говорю. Так, что нам здесь надо сделать? Нам надо призвать мага-воина и, естественно, ребят, копить манну. Так, еще и стрелок вышел здесь, да? Так, поехали. Попробуем таким макаром. Я призываю прыгуна. Я надеюсь, он сейчас... Воу, смотри, у нас, кстати, есть ураганчик. Блин, я его задействовал, ребят. Так, оглушили. Вот он, ребята, вот он, лично вышел уже. Эй! Да что ж ты будешь делать, ты посмотри. Давай, давай, пока он там, ребят, прижат. Давай, прыгуна, всех сюда. Ронин, ну что ты не мог... Так, ребят, помогаем. Ты просто смотри, что он чудит, а. Так, давай так сделаем. Смотри, 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 что происходит. Блин, да ты серьезно, что ли, а? Ты серьезно? Вот это... Блин, он еще против меня. Мага-воина, ребята, против меня же отправил, а. Там ему осталось всего лишь один раз, ребята, ударить, и все, он рассыпется, понимаешь? Ронин, ты хоть раз можешь выйти нормально? Нет, он идет вольготненько себе, и все. Понимаешь, вот в чем проблема. Так, ребята, я ульту применяю, есть. Ну все, надеюсь, мы теперь с вами базу-то ему разнесем. Единственное, что у нас 47 секунд. Но я думаю, этого будет достаточно, чтобы разнести. Так, давайте, давайте, давайте. Похищает, но это ладно, фиг с ним. Мне главное, чтобы мы разнесли базу ему. Так, прыгун, давай еще выходи. Так, этого мы сейчас должны убрать с поля боя. Так, отлично. Все. В принципе, ничего, ребят, сложного здесь не было. Ульта нам помогла, плюс прыгун нам здесь очень помог, когда он перепрыгнул и бил лорда пустоты прямо возле его крепости, что он даже ничего не мог сделать. Так, ну что же нам здесь достается на реварде? О, 12 карточек на лорда пустоты и 9 на бардавочника, да? Плюс 11750 монет. Ну что же, мы с вами переходим на долину подданных. И здесь у нас, что я могу сказать, нормально. Здесь всего лишь один паладин и один крестьянин. Несмышленый. Поэтому я думаю, что вот этот отряд будет здесь очень даже кстати. Мы будем именно этим отрядом сейчас играть здесь. Хотя, подожди, там же... Ё-моё, я же забыл. Подожди секунду, успеем мы с вами... Голем, 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 голем. Я не успел. Вот из-за этого, ребята, я только потом опомнился, что крестьяне же у нас быстро, как говорится, спамнятся, да? И выходит, что мой голем просто, ребят, не успел. Там буквально чуть-чуть не хватило мне времени, чтобы, ну, предотвратить, короче, урон по базе. Вот такие вот пироги, поэтому, как вы понимаете, у нас здесь ничего с вами не получится именно этим отрядом. Будем с вами переигрывать. Так, ну что же, я, наверное, ускорюсь тогда. Вот из-за таких вот глупых, ребят, ошибок я из... Как говорится... Кстати, сегодня, скорее всего, мы с вами получим уровень. Да-да-да. И вся энергия, которую мы сейчас затратим, у нас восстановится. Возможно, возможно, мы сегодня долго поиграем с вами. Так, давай-ка фаерболом туда зарядим. Отлично. Так, карточку. Да и, в принципе, карточка мне на паладина не нужна. У меня паладин полностью раскачан, так что ничего страшного, если бы она даже улетела. Так, ну что же, мы с вами получаем опыт, деньги. И я все равно буду переигрывать этот уровень, потому что... Кстати, если у нас будет сейчас левел ап, да, мы можем любой отряд с вами брать и им играть. Я хочу, например, вот этим, потому что здесь тоже у нас есть быстрый юнит, который появляется, это щитобот. И причем он довольно крепенький, он всего 100 маны, ребята, стоит, всего. Ну, зато дури у него хоть отбавляй. Ну, посмотрите, еще вот этот вот у него с возможностью оглушением, так это вообще имба. Ну что ты, крестьянин, тут пукаешь, а? Иди отсюда, елки-палки, на самом деле, насмешил, да? Пришел со своим мечиком деревянным. Пим-пим, что там бомбит. Так, а мы с вами давайте, наверное, ребят, призовем тоже паладина. Вот, паладин еще пошел. И можно вызвать даже всадника, ну, журавлей, я думаю. Так, подожди, а это уже перебор, что-то вас тут слишком много. Да? Их слишком, ребят, здесь было много, поэтому мне пришлось вот так немножко разбавить все это дело. Так, хорош. Давай еще одного щитобота вызовем. И, наверное, еще одного паладина.
Ребят, потихонечку паладином его разбирают. Но мы, как видите, пробились. Так, давай крестьяшек этих забомбим. Все, ребят, мы уже разбираем ему базу. Блин, опять он вызвал паладина, а? Давай-ка еще одного всадника на журавле призовем. В помощь себе. Так, деньги отдай только. Деньги мне здесь очень нужны. Да, ребят, потому что если мы сейчас получим с вами левел, нам придется всех наших персонажей апать. А это, как вы знаете, не дешевое такое удовольствие. Ну что же, поехали. Здесь то же самое, ребята, просто добавляется копейщица. В принципе, по стандарту все это идет. Как и в этой, в игрухе, как в черепашках-ниндзя, ребята. У нас все повторяется из уровня к уровню. Ну, бывает с некоторыми там изменениями. Давай-ка вызовем. Воу, а что ты сразу паладина-то призвал, а? Блин, еще и копейщицу. Твою же маковку. Что нам здесь сделать? Один паладин, я думаю, не справится здесь у меня. Нет, скорее всего, не получится, ребят. Так, ну мы можем, например, всадника на журавле, да, себе в помощь призвать. Давай-ка вот так вот сделаем. Отлично, заморозка, хоп. И все, и парень скушал свою. И я думаю, что надо призвать нам друидку. У меня как раз, ребята, есть 500 манны. Сейчас мы это с вами дело провернем. Так, погоди-ка, погоди-ка, что такое, я не понял. Вот. Сейчас все будет у нас хорошо. У нас тут стоят тотемы. Молотильщик, может быть, даже сможет выпустить свою пилу. Нифига, он не выпускает почему-то. Так, он идет, он еще жив, оказывается. Понятно, все, разобрали его. Ну, вы сами понимаете, ребят, с тотемами мы тут вообще просто имбово будем себя чувствовать. Так, пилякаем. Отлично, ну, копейщики вообще мясо, грубо говоря, на этом поле боя. Для меня в данный момент. Так, и опять у нас здесь вышел паладин. Ну, паладина тоже мы, смотрите, довольно быстро разбираем. А он зачем-то на крестьянов весь вешает защиту эту никчемную. Как будто она им поможет, да? Все, пошел, ребята, разбор полетов. И мы видим, как здоровье у базы улетает со стремительной скоростью просто-напросто. Ладно, еще один этап у нас пройден. Поехали на третий и посмотрим, что у нас здесь. Так, вот здесь немножко, ребята, сложновато. Во-первых, здесь грифон. Во-вторых, у меня атакующий юнит, ну... Наверное, только Палыч может справиться, потому что всадник на журавле будет быстро падать. Можно, в принципе, вот этот отряд взять. Я думаю, да, даже будет лучше так. Потому что с грифоном лучше не шутить. У него, мало того, что у него атака довольно неплохая, да? Да, плюс еще предсмертный крик вот этот вот. Взлет Феникса, или как его назвать, я даже не знаю. Так, тихо, крестьянин. Ты куда, вот куда ты, куда ты вот разогнался, олух, а? По шеям пока не получит, ребят, не допрет. Так, ну-ка, сейчас Палыча хрен пробьем мы. Ты посмотри, какой урон наносит паладин. Ой, паладин, мой ронин паладину. Ну, смешно, на самом деле. Давай, давай. Зато он бомбит, да? Не по-детски. Так, пошла ульта, короче. Достал он тут уже выеживаться. Ну и что, ты будешь долго меня вот этим вот кормить своими паладинами? Я так понимаю, будет долго, ребята, он меня кормить, поэтому давайте мы попробуем с вами как можно быстрее призвать себе на помощь. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Вот, ребята, и Феникс, ой, Феникс, Грифон собственной персоны. Я буду надеяться, что я успею все-таки накопить себе 500 манны. Я успею или нет? Черта с два, по-моему, я успею. Так, ну, воу, ураганчик, мне сейчас это как раз нужно. Замечательно. Ульту не буду, ребят, применять. А хотя нет, надо. Надо, надо, надо это делать. И ведьма. Все, ребятули, сейчас будет все нормуль. Так, у нас времени еще минута. Минута 15 секунд. Заморозка. Хоп, все сразу встали. Ты посмотри, как он, блин, да? Во-во-во-во, вот про это я, ребят, вам говорил. Ярость Феникса. Такой, скажем, предсмертный крик. Хуба! Так, ну что, сейчас палача разбираем, да, ребята, и... Да все, ему не выкрутится, шансов у него нету. Кого бы он тут уже не призвал, мы все равно, ребята, разберем. Любого. Тут, когда ведьма стоит рядышком, она просто из любых делает зомбарей. Да что ты достала, вот... Вот посмотрите, да, практически каждый грифон у него со смертельным этим криком срабатывает. Ну что же, переходим на четвертый уровень. И здесь добавляется у нас лучник. Давай, хорошо, пускай будет лучник. Хотя, ребят, я думаю, что здесь тоже ничего страшного не будет. Сейчас пройдем просто-напросто с вами на изи. И делов-то на копейку. Может быть... Нет, не успею, наверное, накопить. Что-то он своих этих крестяшек-то не вызывает, смотрите, ребят. Ну, естественно, начинает все время с паладинов. Так. Нет, все-таки вызвал, ребята. Все-таки он вызвал этих олухов. Давайте я вызову чумную мышь, чтобы она немножко тут травила им душу.
Так, секунду. Хорош. Лучница там еще, ребят, стоит. Он издалека, из-под тишка. Все, достоялось. Бомбит. Короче, да? Слушай, я так понял, у мага-рыцаря отражение срабатывает в автоматическом режиме, что ли? То есть она может просто вот идти по полю, да, и он может у нее срабатывать. Или что-то я, ребят, путаю. Так. Ну, тут все, ребята, ясно уже, да, мне кажется, что шансов нету. Еще и ускорение нам дали. Ну, давай. Давай ульту еще применим. Так, минус. Давайте паладинок. Копейщика, да, все. Расслабьтесь, ребята, расслабьтесь. Здесь вам уже ничего не светит. Проиграйте, как говорится, с честью. А мы с вами продолжаем. У нас последний. Что-то как-то мы быстро с вами до последнего уровня дошли. Ну и кто тут у нас? Ну, ребята, сами видите, здесь у нас епископ. То есть я буду играть вот этим же отрядом. И я думаю, как раз мы епископа-то здесь и нагнем, грубо говоря. Ладно, поехали, короче. Поехали. Будем как можно быстрее накапливать себе манну. Потом, ну, а потом, ребят, по стандарту. Главное вызвать нам ведьму, и все здесь будет у нас хорошо. Хотя что у нас епископ делает? Только лишь священный щит вот этот, который... Так, крестьянин, подожди, да ты достал уже, а? Вот серьезно говорю. Не дает, ребят, мне подкопить манну. Обязательно надо кого-нибудь там вызвать. Ну и еще и паладин идет. Так, карточку я заберу. Так, и лучник, да, еще сзади. Ладно, ребят, пока они тут будут разбираться, мы вот так вот с вами ультанем маленечко и вызовем ведьмочку. Вызовем ведьмочку. Все, ребята, короче, первый зомбарь уже... Так, феникс идет. Летит, слышу я его на крик. Так, минус. Минус, замечательно. Давай, давай, ведьма, превращай его. Можно было и без этого делать. Кто там, блин, епископ что ли вышел, да? Явился, не запылился? Ладно, хорошо, он сам напросился, ребят. Он сам напросился. Так, сейчас мы по-быстренькому с этим делом. У-у-у! Ребята, одной плюшки ультовой достаточно было, чтобы его просто-напросто разнести в хлам. Ну и сами все прекрасно дальше видите, какой пошел разбор полетов у нас. Здоровье у базы просто улетает с молниеносной скоростью. Так, и забираем, естественно, ребята, наш дорогой сундучок. Посмотрим, ребят, что у нас здесь выпадет. Так, слушай, ну неплохо, ребят, даже 9 гемов нам дали. 9 карточек на короля и 12 на фехтовальщика. Слушай, я доволен. Так, мы перешли с вами на Терракотовую долину. И здесь нас встречает самурай и ниндзя. Так что давайте, наверное, мы с вами возьмем вот этот отряд. Почему этот, ребята? Ну, во-первых, самурай медлительный. Пока он там дойдет. Единственное, да, вот ниндзя. Но ниндзя, по-моему, стоит не так уж и дешево. Так что будем... И, конечно же, будем пробовать бомбить баллистой. Так, 250 мне нужно манны. Накопим? Успели, ребята. Но, да, вот именно что. Черт подери. Слушай, а это плохо. Это плохо, ребята. Посмотри, а че... Да хорошего, чего так быстро-то? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, ребята, ребятушки. Погнали, так хотя бы сделаем, наверное. Что-то мне кажется, тут какой-то у нас бардак получается на самом деле. Я-то думал, что будет как-то намного лучше и спокойнее. Да фиг там, смотри, смотри, что происходит. Пока мои бомбят этого самурая, да? У нас просто сейчас ниндзя расстреляет. Вот что я тебе могу сказать с твердой уверенностью. Ну да, я вызвал, например, этих баллисту. Они сейчас опять убьют. Все, повреждения нанесли. Отлично просто-напросто. Ладно, ребят, я не знаю, попробуем этот уровень, конечно, как-то пройти. Не знаю, каким образом. Получится ли вообще? Мне кажется, что вряд ли. Я не успеваю. Слишком дорогие здесь у меня юниты, а у него вот этот вот самурай, он дешевый сам по себе. И видите, мы его просто не можем даже уничтожить, блин. Ой, ладно, пускай, ребята, они разносят мне базу. Лучше мы с вами возьмем другой отряд и переиграем. Потому что, ну, это не дело. А какой у нас другой отряд? Если этот у нас никчемненький в данный момент, вот именно для этих, то тогда возьмем, где, наверное, у нас друидка. А стоит ли? Сейчас посмотрим. Где друидка, да? Там выходит ниндзя, там... Нет, нам придется, ребят, вот этим отрядом играть. Слушайте, вот еще немножко у нас осталось там местечко для того, чтобы забить его опытом. И мы с вами... левел получим. Короче, погнали. Будем этим отрядом бомбить. Здесь, если у мага воина будет срабатывать отражение, то это будет вообще имбово. А если нет, то будет плохо очень. Так, он начнет. Да, даже, по-моему, если, ребят, я не ошибаюсь, даже маг-рыцарь, по-моему, не сможет справиться сразу так легко. Ну, хотя бы он нормально. Во, через отражение.
Отличненько, я вам скажу. Так, давай, давай, давай. Да чтоб тебя. Да хорош. Блин, а что делать-то? Твою ж медь. Ребят, у меня просто не было времени даже кого-то призвать, потому что все в откатах. Нафиг мне здесь прыгун, на самом деле, если подумать. Я вот этого не могу понять. Мне кажется, он здесь, вот именно в этой катке он не нужен. Какой от него здесь толк будет? Не знаю, ребятулечки, не знаю. Так, минус. Ладно, я ускоряюсь, короче. Все равно здесь придется нам переигрывать. Как пить дать. Давай возьмем прыгуна, заморозку тут. Всех заморозим, к ядрени фени. И разнесли базу. Да, но меня что-то это вообще, ребят, не устраивает, если честно. Есть, да. Да-да, ребята, 94 уровень. 19 гемов, 141 тысяча монет. И значит, мы с вами будем апаться. У меня почти, ребята, 500 тысяч монет. Я думаю, что этого будет достаточно, чтобы нам прапаться. Так, поехали. Естественно, начнем с этого отряда, потому что именно им я сейчас буду играть, разруливать. Ну и как вы понимаете, у нас один уровень поднимается, значит, мы становимся с вами посильнее. Так, смотрите, ребята, да? Почти 100 тысяч у меня на все дело ушло, даже больше немножко. Так, давай этих теперь, ребятулик, апнем. Вот я все время хотел накопить себе денег для того, чтобы проапать свои те маленькие старенькие отрядики, но вечно не хватает. Так, тут проапал всех, да? Давай теперь вот тут. Тут у нас друидочка. Так, погнали дальше. Щитобот, молотильщик, всадник на журавле, паладин и база. Ребята, 164 тысячи у меня еще осталось. Слушайте, мы можем кого-то здесь даже с вами проапать. И это, наверное, у меня будет жнец. Раз, два, три. Ё-моё. Как деньги улетают, а, ребят? Посмотри, все. 82-й у него уровень. И все деньги я практически слил. Но вы знаете, ребята, что я хочу его взять в основной состав вместо деда. А может быть, мы с вами здесь сможем сделать какой-нибудь отдельный отряд. Будет у нас уже не три отрядика, а четыре. Ну что же, поехали мы с вами вот этим отрядом, да? Этим же будем играть, да, скорее всего, этим. 94 уровень у нас, как говорится, апнулся сейчас. И не надо мне того. Давай вот этот вот уровень. Фу, будем надеяться, что сейчас у нас все здесь хорошо сработает. Короче, маг-рыцарь хорошо себя ведет, ребята, если отражение. Но вы видели, что ниндзя после того, как она умирает, она может, как это сказать, я не знаю, отложенная смерть, давай это так назовем. Так, паладиныч, давай. Вот смотрите, видите, вот сейчас нормально, ребят. Сейчас она погибла, отлично. Без всяких там этих, без всяких яких. Ну, опять же, смотрите, у меня нету. Вот вызываю я, например, Ронина и мага-рыцаря. И больше я никого не могу следом вызвать. Летучая мышь, как бы, она здесь не особо рулит. Так, давай, Ронин. Да и Ронин, как видите, еле-еле выходит у нас. Ну, короче, да что ты будешь делать-то с ним, а? Что ты будешь с ним делать? Дайте мне по замку-то попасть. Вот так вот, давно бы так. Так, выстав завершен, ребят, командир. В плане командир. Что у нас там за командир? Наверное, кого-то призвать надо было. Ну что же, практически то же самое. Только добавляется у нас здесь храмовый пес. Это, в принципе, ерунда, ребята. У него шанс напугать, ну я бы, честно сказал, вообще минимальный. Сколько мы вот играем против них, да, против этих псов. Не видел, чтобы тут у меня-то прям аж бежали там, щемились от них. Нет, все нормально. Воу-воу-воу-воу. И куда это собрался песик? Куда? Ага, смотри-ка. Смотри-ка, что происходит. Ребят, только сказал, что шанс маленький, и на тебе. Он шуганул все-таки, а? Ну, засранец. Так, ну, как мы видим, ребята, Ронин у меня погиб. Так, через отражение. Отличненько сработано все. На тебе ультушечку. Получил засрушечку. Так, давай дальше бомбить. Ай, храмовый пес. Так, что? Что я сижу? Что я тут жду? Я не могу понять. Так, отлично, через отражение, я просто, ребята, обожаю, как это все делается. Оп. Ну да, 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 пошла истерика. Все это, ребят, вы понимаете, да? Ни к чему хорошему не ведет. Тут они нагнули. Так, тихо, ниндзю надо, ребят, уничтожить. Хоба. Вот, видели, да? На-ка ульту, получи, гадюка. Все, разобрали, ребятулечки, их. И я призову сейчас ведьму. Конечно же, будем с нее, ребята, начинать. Сейчас она пойдет у меня. Если, конечно, ниндзя ее тут не... А она может. Вот, отличненько. Давай, давай в зомби его. Все, ребята. Наш отряд зомби, как говорится, пошел в путь. Так, снесли мы с вами самурая. Тут еще заморозка у нас выпадает. Как кстати, да? Вот не кстати у нас Ронин просто так выходит. Вот это вот плохо, ребят. Ну, разнесем? Разнесли.
щепки в хлам. Просто-напросто базу. Так, и у нас третий этап. Здесь, ребят, здесь черепаха, да? Да, черепаха с пушкой будет. Ну, в принципе, я думаю, здесь ничего сложного нет. У меня для этих дел, если что, есть прыгун, который может перепрыгнуть и навалять этой черепахе, которая будет там сзади стоять, что-то еще вякать мне, с своими снарядами там. Так, что у него там? Самурай и, опять же, ниндзя, да? Самурай и ниндзя. Сейчас у нас с вами... Нет, надо вызывать все равно, как ни крути. И вот, вот, ребята, вот выходит ниндзя. Так, давай быстренько этого снесем. Так, убили. Я вызываю, ребята, чумную летучую мышь. Пускай она здесь полетает у нас маленечко. Как говорится, поможет нам. И, так, подожди, дай-ка я ульту запущу. Давай, 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 всех, 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 всех. И можно, наверное, ребят, немножечко ускориться, потому что, ну, сами понимаете, здесь уже победа за нами. Ну, вот так вот. Спасибо за карточку. Черепаха даже, ребят, там появилась, только ему ее сразу снесли. Ну что же, предпоследний уровень у нас за подданных, и здесь копейщик прибавляется. То есть сейчас он начнет именно с копейщиков. И, по-моему, мой самурай, мой ронин, не сможет его убить сразу же. Давай посмотрим, он сможет одолеть или нет. Так, мне кажется, что что-то... Нет, нагибает, ребята, он его нагибает довольно неплохо. Так, а этого? Ну, конечно же, вот это все отребье сюда сейчас будет идти. Так, давай мы с тобой вызовем еще... Во-во-во, Ронин пошел. Да чтоб тебя, ты посмотри, что... Фу, нам повезло, что она ниндзя отдуплилась. Так, поехали. Так, предположим. Давай, опять там это не... Да ты достала уже там киякать мне. Давай, Ронин, не подведи, радость моя. Ну что ты... Слушай, как же я люблю отражение у нашего мага-рыцаря. Ну это просто имбовая штука, да, ребята? Урон получить себе обратно в лицо, это очень круто. Так, давай-ка мы вызовем с вами... Опс. Нет, пока все хорошо. Я уже думал, все-таки погибнет сейчас. Нет, все замечательно, все отлично. Пес, куда ты прешь, а? Куда-то он побежал. И вы видели, да, ребята, у меня у прыгуна сработала ульта, так скажем. И он начал бомбить. Ага, началось, началось. Смотри, какая заваруха. Хоп, через отражение. И валяются, как говорится, да, в окопах. Давай, 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 Ронин. Да, блин. Давай, выбежит, нет? Давай, давай. И удар заключительный. Тыч. Кому что там сделал, непонятно. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, а если мы вот так сделаем? Ну, по базе. Да что ж ты не разбомбил-то базу-то? Господи. Сейчас еще, ребята, можем тут и спалиться. Если сейчас прыгун, конечно, у меня тупанет. Так, он должен перепрыгнуть, ребят, через ниндзю. Так. По базе, по базе, по базе, по базе, прыгун. Бомби по базе там. Да чтоб тебя, это что, специально, что ли, все делается? Как это, какой-то бред. Куда ты пошел, Ронин? Вернись. Все, поехала ульта, короче. Раз. И да, твою ж дивизию, блин. Я уже думал, все, сейчас, ребят, проиграем еще с вами здесь. Но нет, у нас все отлично получилось. Так, и последний у нас уровень. Ох ты, здесь у нас сам бог ветра будет, да? Естественно. Вот смотрите, бог ветра и лорд пустоты, они чем-то похожи. У них ульта такая, знаете, отталкивающая. Только, ну да, в принципе, и у обоих они могут застанить. Ух, ладно, поехали, будем этим отрядом. Не знаю, у нас здесь последняя попытка. Если мы сфейлимся, что нас дальше ожидает, без понятия. Каким отрядом мы будем здесь играть, тоже без понятия, ребят. Так что будем играть как в последний раз, как будто у нас вообще последняя жизнь. Так, давай копить быстренько. Хоть бы раз, ребят, хоть бы раз успеть вызвать этого босса нашего, да, ведьму, до того, как он призовет эту своего, блин, босса. А он почему-то, знаете, ребята, это как на автомате. Куда ты побежала, родная моя, блин. Ну, началось, короче, да? Так, ведьма, давай. Бомби, короче, потихонечку здесь. Так, возьмем собачку, карточку. Так, давай еще одного рыцаря-мага. И смотрим, ребята, с минуты на секунду, с секунды на минуту должен выйти стопудово босс. Я вот чувствую, что он просто где-то вот поджидает. Но почему-то не выходит. Почему? Вот он, вот он, да-да-да, ребята. А мы заморозку хоба, и он такой в обломе сразу же, и ульту еще запустим. Ну-н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 у. Воу, ураганчик еще к нам.
на помощь тут прилетел. Ребят, ну это она фартанула просто-напросто. По-другому не назвать. Просто два раза дунул за весь свой бой. И все, ребят, издулся, так сказать, да? Ну что, разносим мы ему базу и будем переходить уже на новую локацию. Вообще замечательно идем, ребят. Просто very good. Так, ну что же, забираем с вами сундук и смотрим, что нам здесь выпадет. Угу. Бог солнца, да? 9 гемов и 8 карточек на пса храма. Так, поехали, ребята, здесь у нас нежить. Просто они уже берут в наглую и выставляют сотых уровней ко мне сюда, да, на разборку. Ладно, поехали, я не с трусливых. У меня 94 уровень, а у него сотый. Я думаю, что это справедливо, да, ребят? Как вы думаете, справедливо, да? Так, что, будем копить на паладина с вами, да? Ёлки-палки, а успею ли я? Наверное, нет, придется вот так, ребята, делать. Твою ж медь, я же вспомнил, ё-моё, тут же банши сейчас, массовая атака у него будет. Ну, воу, вот это нам сейчас круто повезло. Вот нам повезло круто, что у молотильщика, естественно, вылетела пила. Это просто имбово, ребят, срабатывает. Сразу банши там ощущает такой, знаете, расслабон, когда по ней проезжает пила. Да хорош, что уже Ретта там достала, карга старая. Нервирует меня, вот серьезно говорю вам, нервирует она меня просто. Так, давай мы ее, вот так. Че, у меня паладин еще пока, ребят, живет. Пока живет, мы выпускаем еще щитоботов. Так, подбиваем, короче. Ну, голема этого. Паладин упал, ребят. Вот это плохо. Вот это плохо, что паладин упал. Давай вызовем, блин. А что мне даст это? Да ничего. Фу, и как быть? Давай-ка вот так попробуем. Блин, да банша, ты достал уже орать вовсю. Вот. Блин, мы что-то на одном, ребята, месте с вами топчемся, если честно. Вы заметили, да? Мы подобьем, они опять выходят тут наплодятся. Мы опять их подбиваем, и все это вокруг да около крутится. Посмотри, голема, как он может вот сразу вызвать голема, да? Через там, и банши. Буквально моментально, ребята. У меня почему-то откаты долгие, у него вообще просто быстрые. Ну, ну, наконец-то, неужели мы продвинулись с вами еще немножко? И сразу еще один очередной, ребят, голем выходит. Ну, конечно же, и смотри, что происходит. И все происходит как по написанному, просто-напросто. Так, ты куда это пошла, банши? Куда это там раскричалось-то мне? Ну-ка, на-ка, получи-ка. Так, давай-ка мы еще приворот сделаем. Куда это у нас там голем? Ушел обратно на базу, да? Взгрустнулось ему, и он ушел. Хе-хе, вот он вернулся, вот он стоит. Ну что, ребята, базу мы сейчас разнесем. Смотрите, да что такое? Всех в стан, ты представляешь? Всю мою армию просто в стан впустили. Офигеть, тут по-другому это не назвать. Кто там орет? А, банша там кричит, ладно. Ну-ка, выведем ее сюда, на чистую воду. Да хорош вам, вы можете по базе-то бомбить? Нет, ничего не хотел делать. Вообще ничего не хотел делать. Тут нужен, ребята, нам всадник на журавле. Он уж точно пробьет базу. Нет, мы так ее забомбили. Ну что же, отлично, я вам скажу. И мы с вами продвигаемся дальше. Так, второй этап. Ой-ой. Ого. Слушай, а мы же здесь не сможем, ребята, да, по-моему, противостоять-то прыгуну. Как нам, вот как нам здесь быть? Тут прыгун, его нужно постоянно, ребята, контролировать. И кем, скажите мне на милость? Вот этим вот отрядом? Ладно, давай попробуем. Если мы, конечно, призываем с вами друидку, то, возможно, у нас все пойдет в гору. А если не успеем призвать, то фейл нам обеспечен. Так, он начнет наверняка сейчас с прыгуна, так ведь? Нет, смотри, что он делает. Он сделал немножко, ребят, по-другому. Но прыгун стопудово сейчас где-то появится. Вот чувствую я просто, сейчас он будет. Нам бы этого голема как-то вот оглушить или что-нибудь с ним сделать. Так, давай попробуем вот так вот сделать. Еще одного щита. Эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй. Так, ну хорошо, предположим, ребят. Да ладно тебе, ты серьезно что ли? Так, как думаете, а кто, а как они... А, все, ребят, я понял. Банши, видимо, когда кричала, нанесла урон базе. Ну что же, у нас... А в принципе, подожди, ребят, у нас есть друидка. Мы можем же с вами... Успеем ли только? Вот в чем вопрос-то. Да блин, паладин, давай, помогай. И будем копить на нее. Надо, чтобы нам вот здесь вот, ребята, поставили тотем на отхил. Да ты достал уже, смотри, еще один прыгун идет. Так, попробуем. Ну, типа того. Идет, да, ребята, идет хил у нас. Вот, база хилится, вы это сами прекрасно видите. Есть, мы захилялись.
Так, теперь что? Теперь надо идти в наступление. У нас всего лишь минут, ребят, на все дела. Ну, далее. Так, прыгун, ребята, там обделался. Ничего у него не получилось, как он там не хотел, не старался. Давай, 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 родные мои, ну. Друидка, где твои тотемы? Нет, тотемы у него, в принципе, стоят. Вон прыгун бежит, ребят. Как же он хочет, а? Как же он хочет наказать друидку мне? Но не тут-то, ребята, не получится у него ничего. Слушай, слишком уж много их там. Очень много. Все, тут, я не знаю, тут заморозка. Мои щитоботцы идут. Почему-то, ребята, без щитов. Странно это все, конечно. 27 секунд. Ребята, про все 27 секунд. Я думаю, что мы, наверное, все-таки здесь с вами выиграем. Смотри, что происходит. Здоровье улетает, улетает, улетает. Есть. Отлично. Слушай, ну неплохо справился этот отряд, при условии, что мы своей друидкой смогли отхилить базу, иначе был бы, ребят, просто фейл. Так, что у нас здесь? Здесь прибавляется когтистый, да? Ладно, ребята, поехали. Мне на него плевать. Единственное, да, он, конечно, мощный своими когтями, ребята. И, как говорится, и воздушные цели он подбивает, и наземные. В общем, такой универсальный. Плюс он у него, ребята, предсмертный хрип, когда отлетает голова и взрывается у тебя под ногами. Это тоже, как бы, не очень приятная вещь. Вот, блин, ну сейчас вот как тут быть, вот, ребят, ну как, ну как. Там и то, и сё, и пятое, десятое. Эти юниты, ребят, понимаете, это не дешевые юниты. И он все равно их, вау. Вау, это для меня даже, как знаешь, как нежданчик такой просто был. Так, давай-ка мы вот так вот сделаем. Я просто хочу, ребята, протянуть немножко времени для того, чтобы призвать друидку сюда. Ну, там прыгуна же нету, по-моему, у него, да? По-моему, нету. Так что будем, наверное, на расслабоне. Да, у него прыгуна нету, у него прибавляется здесь просто когтистый, я вспомнил. Все в заморозку, как говорится, правильно, да? И давай вызовем, наверное, всадника на журавле. Воу, отлично. Вот почаще бы, ребята, вот так он молотильщик бы срабатывал бы у нас, да? Чтобы выпускал свою пилу. И цены бы ему не было, мы бы тут вообще бы с вами по имбовому все проходили. Но, наказываем, наказываем. Вот так тебе в ответку, да, орался ты там. Дурила, когтистый. Ну что, тотемы стоят, урон они получают, соответственно, погибают. Ну, а мы с вами сейчас уже базу будем хорошенечко так теребунькать. Смотри, смотри, что происходит, ребят. Просто, просто улетает за руль. Я вот люблю, когда так вот быстро и безболезненно враг погибает, да. Ну что, друзья, предпоследний у нас уровень здесь, предпоследний. И, да ё-моё, ну что, вы специально, что ли, ребят? Посмотрите, в чем проблема, в чем беда вся. Мало того, что здесь прыгун прибавляется, да, так тут еще и служитель тьмы, который будет сейчас захиливать, больше чем уверен, своего голема. И как нам здесь противостоять? Как? Каким образом? Не знаю, мне надо и контролировать и прыгуна, и все это. Блин, как это бредятина на самом деле. Сейчас он, как всегда, о, началось, ребята, началось, идет. Сейчас будем его здесь, ребята, ждать, офиг ли нам делать. Надеюсь, без, да, он без ярости прыгнул. И это нам, ребят, грубо говоря, повезло. Давай, 500 маны я подкоплю. Быстрее, главное, это сделать все надо. Так, у меня, ребята, ульта приготовилась. О, еще один идет, и там же еще и банши кричит уже. Так, попробуем, давай захил ставь. Друидка, ставь захил, ё-моё, что он поставил? Что это за... Так, секунду, мне вот это вот... Ой-ой-ой-ой, так, попробуем тогда вот так сделать. Через всадника на журавле наказать. Видите, я просто прыгуна, ребят, контролирую. Я не хочу, чтобы он там перепрыгнул и дальше вытворял какие-то дела. Ну! Блин, тут служитель тьмы, достал, вот серьезно тебе говорю. Давай-ка вот так сделаем. Ага, там прыгун еще у нас. Перепрыгивает, но не тут-то, как говорится, было. Давай еще вызовем молотильщиков, всадника на журавле. Ураганчиком, хоп, немножко их в стан загоним, да? И уже будем вот здесь вот разбирать их по полной программе. Я еще, ребят, призову молотильщика и паладинчика. Все, тут уже должны сейчас разобрать просто без каких-то колебаний. Ну, что-то у меня, ребят, опять игра, видите, да? Много монстров или что такое. И начинает вот этот вот лаг. Фух, все, прошли. Ну что же, переходим на последний, ребята, этап. На последний этап. И у нас тут old school старичок, да? Так, ну что же, старичок. Я даже не знаю.
Но этот отряд, ребят, естественно, не прокатит здесь. Поехали, будем пробовать через друидку. Блин, ну этот молот его, конечно, его на оглушение, я имею в виду дедовское, это жестко. Плюс дамаг охрененный, он какого там, 100-го уровня, да, по-моему? То есть вы можете представить, что сейчас будет за заварушка здесь. Друидка, не знаю, не знаю. Слушай, а я вот, знаете что, давно здесь не видел, как бы вот действительно мы выглядели бы, если бы против нас была бы друидка. Ведь я же не видел такого босса, нет, по-моему, его и не было. А хотелось бы посмотреть, как бы это все было бы, выглядело бы, мы, например, против друидки. Офигеть. Так, ладно, пока паладин там стоит, мы с вами призовем. Есть, я призвал. Я, ребят, призвал. Только что это мне пока даст, я не знаю. Давай вот так вот сделаем. Отталкивающий, да? Да, ребят, это был отталкивающий у нас тотем. О, смотри, что делает служитель тьмы. Хиляет, естественно, хиляет, ребят. Так, погоди, а почему... Погоди-ка, почему так быстро-то? Почему так быстро у нас разбирает друид? Эй! Все, пипец. Довоевались, ребят, короче. Отвоевали мы свое. Смотри, пердун дед идет и сейчас будет бомбить по моей базе. Все, тут я ничего сделать не смогу. Офигеть. Это вот, ребята, такие вот служители тьмы. Упыри, которые вот так вот могут делать. Сейчас разнесут в хлам просто, смотри. Жесть какая-то. Я, ребят, не буду здесь тратить гемы. Мы так с вами еле-еле копим, а будем просто брать отряд. Здесь энергии, по-моему, нету больше, да? Ни единички вообще. Так, у нас тут квест еще какой-то завершен. Оу, ребятули, смотрите. Еще буквально сколько у нас получается, 22 гема, да? И мы с вами откроем эпик сундук. Так, здесь энергии нету. Тут тоже, к сожалению, нету. А вот этот отряд, я не знаю, ребят, потянет ли у меня. Дед против деда, ну как-то... Мой-то четырехзвездочный, а у него пятизвездочный. Причем у нас уровень с ним, извините, разный. Я 94-го, а он за соточку. Ну, не за соточку, он сотого там, по-моему, или 99-го. Но даже это меня не спасет. Баллисты тоже меня здесь не спасут. Голем против... Я не знаю, я не знаю, как тут быть. Ну, давай попробуем, призовем сейчас баллисту. Что нам это даст? Я не знаю, ребят, что нам это даст, на самом деле. По-моему, нам нифига не даст, кроме каких-то там проблем. Давай так сделаем еще, хоп. Так, давай вызовем грифона. Фиг его знает, может быть, как-то нам поможет он, в конце концов. Так, и нам нужно, наверное, ребят, позвать дедушку сюда, я думаю. Смотри, чел, ты посмотри, как он бомбит. Этот служитель тьмы, он просто захиливает. Да куда ты, ёпрасоте, блин, ну что ты... Давай, давай, дед. Ладно, предположим, наказали. Так, ребят, у меня фаербол накапливается. Сейчас вот мы звезданем вот сюда, да, вот именно этого я хотел. Так, тихонько. Ты посмотри, что он делает, он захиливает, ребята. Он захиливает этот, блин, служитель тьмы. Ну, естественно, он начал еще и босса захиливать. Ну и как? Как вам такой вот раскладик, ребят? Как вам такой раскладик? Вот здесь бы как раз пригодился бы отрядик. О, застанили. Где есть этот? Прыгун. Да, ребята, именно тот отряд с прыгуном был бы здесь вообще замечательно. Сейчас бабах! Ответка, ребят, пошла. На! Гаденыш. Дорался, а? Да выежился, да выделался. Называйте как хотите, ребят. Так, 48 секунд. Что, попробуем? Мне кажется, конечно, шансов вообще маловато. Я бы даже сказал, вообще нету их просто-напросто, этих шансов здесь на победу. Но, тем не менее, я все равно рискну. Я попробую, ребят. Через деда, через там кого хотите. Блин, блинский. Да под... Он просто... Ребят, мы не успеем... Это жестко. Так. Блин, мне надо фаербол-то было вот сюда бы куда-то. Они в кучке бы встали бы все. Вот так вот, типа того. Не, 19 секунд, это нереально. Ребят, это нереально. Успеть. Если бы тут, может быть, ускорить, да и то бы не смогли бы мы. Через ускорение даже. Вот такие вот, ребят, петрушки. Угу. Все вот из этого говнюка. Вот все из-за вот этого служителя тьмы. Потому что он всегда стоит сзади. Он наносит, это вот, я еще раз говорю, это лекарь, который наносит урон и хилит. То есть это имбовый лекарь, на самом деле. А, да, этот этап мы с вами прошли, но по таймингу мы с вами не справились. По таймингу, по времени. Так, есть ли смысл переигрывать? Блин, ребят, ну представляете, да? Полная шкала здоровья. Полная.
Слушай, может быть, нам, если кого-нибудь заменить, может быть, мы с вами все-таки пройдем. Только менять нам не на кого, так ведь? Если нам взять прыгуна. Но это придется его из другого отряда вырывать, да? Так, ну-ка, давай вот так вот посмотрим. Прыгунчик, мы тебя отсюда уберем и поставим вместо тебя кого-нибудь. Сейчас, подожди, сейчас мы определимся. Так, кого можно тут поставить вместо прыгуна? Не знаю, ребята. Ну, предположим, пускай будет здесь радиоактивный зомби, да? Предположим. Так, его можно даже апнуть. Вот. А вот в этот отряд мы уберем с вами... Кого тут можно убрать? Голема? Или грифона? Ну, давай, предположим, мы уберем голема с вами. Так что, големчик, давай-ка мы тебя уберем и поставим прыгуна. Не знаю, ребята, прокатит такая фишка или нет. Все равно выбора нету. Если не прокатит, то ничего не поделаешь. А если прокатит, то это будет хорошо. Просто здесь, ребята, может быть, жнеца нам взять все-таки вместо деда, а? Ну, уровень, да, согласитесь, уровень... Там какой, 80, ну, 80 с копеечками левел, а нужно хотя бы, ну, 90, чтобы был, чтобы хоть как-то противостоять. Но не забываем, что у жнеца имбовый удар, он, то есть, превращает всех рабов, вот этих вот неверных, в зомби. В нашего зомби, в нашего любимого зомби. Так, сейчас, ребят, попробуем. Они все в кучку встали. Опс, вот так вот фаерболчиком им. Так, вызываем, естественно, прыгуна. Пускай он этого служителя тьмы. А его здесь как все... А вон он, вон он. Вон он, родной, прет. Воу-воу-воу, отлично, отлично. Ты посмотри, как... Как, ребятульчики, у нас сработал прыгун. Ну, просто великолепно. Слушай, что-то тут вообще как-то четенько все идет. А с чего вдруг такая радость? Вот он. Вышел, блин. Пердун. Ну, и смотри, ребят. И сзади стоит этот дуралей, который хиляет. На. Так, подбей, подбей, баллиста его. Так, 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 так. Есть, ребята, может быть, небольшой шанс все-таки есть. Если успеем мы сейчас его наказать баллистами. Именно, ребят, баллистами будем бомбить. Так, есть, мы его нагнули. К ядре, не фене. Фу, я, конечно, не могу сказать, что это заслуги прыгуна, но он все-таки сыграл какую-то роль здесь. Вот я серьезно вам говорю, он здесь сыграл роль. И смотрите, какой сейчас будет у него дамаг. Смотри, ты понял, сколько он отнимает здоровья? Вот то-то и оно. Он очень много отнимает здоровья на самом деле. И тем более, когда вот так вот стоит сзади. И когда еще мои баллисты тупят и не могут по нему попасть. Все. Все-все-все-все. Хана ему в базе, пускай не выеживается даже. Я еще одного деда вызову сюда на всякий случай. Хотя и не нужно. Вот, вот, ребята, как нужно было играть. Просто ставишь прыгуна, и все идет великолепно. Ну вот теперь я могу взять с удовольствием сундук и посмотреть, что в нем выпадет. Ну, дед и банши, в принципе, неплохо. Ну что же, оу, мы прошли с вами. Что-то я, ребят, заигрался, даже не заметил, что мы прошли с вами портал. Забираем, конечно же, все это дело. И летим, 82-й. Ух, так, ребята, нас встречают здесь захватчики, роботы, нежить. Так, подданные и опять же захватчики. То есть два раза повторяется раса захватчиков. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А тут, ребята, тут без вариантов. У меня нету щитобота нету, да? Здесь, может быть, конечно, и зомби нам помог. Но улитка, ребята, улитка, она же дешевая и быстрая. И чем я ее тут буду? 250 джаггернаутом? Нет, по-моему, это не вариант, ребят. Не-не-не-не-не-не-не. Ладно, давайте проигрывать. И пойдем, как говорится, уже с вами отдыхать. Но это на самом деле ерунда. Еще и бородавочник тут. Бумс. Да, ребята. Лучше потом, когда уже все накопится, вся энергия, играть, ребята, за нормальные отряды. Там, где хотя бы у нас есть щитобот и так далее. Или тот же самый черный рыцарь. Ну что ж, дорогие друзья, на этом, пожалуй, мы сегодня будем и закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам.